Привет, друг! Рад приветствовать тебя на своем канале. В последнее время сильно обострилась проблема глобального потепления на Земле. По этому поводу я решил узнать, а влияет ли это на количество кислорода в нашей атмосфере? Ни для кого не секрет, насколько полезен фитопланктон для экологии. Немаловажную роль играет он в атмосфере, ведь именно ему мы обязаны выделением кислорода в воздух. Помимо этого, он состоит в основании пищевой пирамиды и, по сути, кормит все море. Ученые рассчитали, что через 80 лет на Земле полностью исчезнет кислород. Сотрудники университета США в Мичигане высчитали, что в 2100 году окончательно прекратит свое существование фитопланктон, основной источник кислорода. Причина тому – глобальное потепление. До сих пор ученые всего мира не осведомлены до конца, как фитопланктон определяется по мировым водам и как будет себя вести во время глобального потепления. В результате примерно через 80 лет, по подсчетам специалистов, тропический фитопланктон, который составляет значительную часть мирового океана, будет вытеснен полюсам и вовсе вымрет. Ученые затрудняются сказать, почему у некоторых видов планктона не оказалось способов приспособления к новому температурному режиму, тем более, что северные виды фитопланктона должны неплохо адаптироваться к суровым условиям. Помимо этого, исследователь не исключает того, что у морских водорослей, возможно, была такая возможность, но по истечении времени она была израсходована. Это позволяет все же и надеяться, что планктон все же будет способен приспособиться к меняющимся климатическим условиям. Задача на ближайшее будущее как раз состоит в том, чтобы выяснить, с какой скоростью фитопланктон будет приспосабливаться к изменениям в природе. При обоих исходах гибель фитопланктона станет большим ударом для морских экосистем. Однако все же есть надежда, что фитопланктону как-то удастся приспособиться к новым условиям. Это довольно печальные новости для всего человечества. Остается надеяться, что мы будем бережнее относиться к природе вокруг себя. Просто потому, что иначе у нас нет будущего, да и выбора у нас нет никакого. Итак, спасибо за просмотр, и если понравилось видео, то поставь лайк. Подпишись на канал. До скорого!